Иду я такая, иду, и тут бац. Он стоит такой и ждет меня. Это подберезовик или подосиновик? A lot of that lost in the forest. Hello, guys. We are going to gather mushrooms in forest near St. Petersburg, Leningradская region. We have a big company. Аня. Таня. Оля. Елена Николаевна. It is favorite hobby to gather mushrooms for Russian people. This period of time, end of summer and September and October, Russian people go to forest to gather mushrooms and berry. And Russian really love it. If you are going to from city to in direction to countryside, you can see a lot of cars which are left near road, a lot of people with a special basket, they go to forest. Мы поедем туда, где машин меньше. Я говорю, вот смотри, сколько машин, соответственно, сколько людей по лесу ходят, и все равно все находят грибы. По одному месту 10 раз пройдут, все равно найдут. Под ноги пройдешь немножко, посмотри вперед, чтобы мало ли грибы увидеть. Кто идет как хочет, вдоль дороги вот осматриваем около дороги и чуть глубже по сторонам. Но не ходить рядышком, а на небольшом расстоянии. Да, естественно, не ходим друг за другом, иначе находить будет только один. That it is other people. They are not with us, and as I said, in this time there is a lot of people are going to forest. Я нашла два белых. А вот у этих тоже такая вот, видишь, штучка, как у поганок. Ну это же лисички, лисички ты ни с чем не спутаешь. А, ну ладно. Я спутаю. We found mushroom. Это что? So that's... Это подосиновик. Подосиновик. Подберезовик. Это кто? Подосиновик. Вон еще один рядышком стоял. Это подберезовик или подосиновик? There is also other sides of that hobbies of Russian people, because actually in this period of time a lot of people who are going to forest for the mushrooms. A lot of that lost in the forest. There is also rescue organization, special organization, which are looking for that people who lost in forest. It also happened with old people who are going to forest without gadgets, cell phones and another. And also because they are think that oh, I live there for a long time and I know everything in this place. But they lost. They go in deep forest because they want to find more mushrooms in that place where is no a lot of people. Значит, мы идем сейчас левее и шаримся по всем кустам. We go away quite far from our car, which we left near road. Ooh. Да ты профи. Там, где ходит Аня, там грибы вырастают. Ходим за Аней, смотри. Да, это ложный белый. Это банда грибников. Ложные? Угу. Они виновны в том, что именно из-за них нет грибов в лесу. Все собрали. Все просто собрали. Особенно она, рецидивистка. Вырезаем грибы просто ожесточенно. Специализируется на лисичках. Вон соты, а дальше яма и там улей. Видишь, соты тоже торчат. Обалдеть. Там мед. We decided to have some break, to eat something.
Drink? Drink, водка. Not today. Only водка. Коля is kidding. After that we are going to another place to are looking mushroom there. My basket. I prefer to concentrate on gather berry. It is a basket of Аня. Сыроежки такие. Они попадаются. Да, не речь. А потому что ты настроил. Потому что я настроен на лисички уже все. Иди оранжевый. Что это гриб? Это ложный. Вот. Ложный белый, да. А как его отличить? А он розовый, это. У белого зеленое. Вот здесь это. Розовая эта штучка. Опята. Будешь опята брать? Мы здесь! Эй! Эй! Давай быстрее! Да иду я такая, иду, и тут бац. Он стоит такой и ждет меня. Вон. Ого! Прикинь. We found strange building in the forest. Вот эти корыта, которые вы видите, это специальные корыта для кормежки диких животных. То есть сюда приезжают охотники, вываливают еду с некой периодичностью, типа их подкармливают. Вот. И то есть животные отъедаются, соответственно, зимой от голода не умирают. Но зато охотники на них охотятся свободно. То есть и егеря им разрешают.